Итак, приветствую вас, друзья, меня зовут Саша, вы на канале Князь ТВ, и сегодня мы будем играть в Clash Royale, а именно открывать сундуки на аккаунте моего подписчика. Я на самом деле уже давным-давно не заходил в Clash, и как-то подписчик предложил свои сундучки, и я так подумал, почему... Итак, приветствую вас, друзья, меня зовут Саша, вы на канале Князь ТВ, и сегодня мы будем играть в Clash Royale, а именно открывать сундуки на аккаунте моего подписчика. Да, конечно, я знаю, что у вас уже давным-давно с золотыми и даже магическими сундуками реально не удивить, но подписчик мне предложил свой аккаунт для того, чтобы я открыл, я так подумал, почему бы и нет, вроде негоже подписчикам отказывать, потому мы сегодня вот эту вот всю тему, господа, откроем, а также еще сбегаем, потестируем спарки. Ну как потестируем, это громко сказано, я еще раз говорю, я в игре уже реально очень давно не появлялся, если я раньше был раком, то теперь я просто в кубе, так что вы, господа, не бомбите, ну а сейчас мы будем надеяться, что выпадет какая-нибудь супер легендарная карта, там с того времени, как я в Clash не заходил, там вроде понадобавляли всего, чего только можно, так что будем, конечно же, надеяться, что что-то выпадет, но вы сами знаете, что рандом, конечно, достаточно злой, но тем не менее мы достаем ведьму, она была уже на данном аккаунте. Просто вот выбили повторочку карточки. Ладно, давайте теперь эти золотые сундуки откроем. Что у нас тут получается? Золото. Так, мортира, неинтересно. Орда миньонов, смотрите, 9 уровня уже. Так, гоблины. Хижина варвара на 5 пойдет. Круто, давай дальше открываем. Так, золото, подрывник. Адская башня, ничего интересного, хижина варвара, мортира, и все. Давай дальше, золотой сундук, золото. Ладно, а теперь давайте откроем самое интересное, это магический сундук, погнали. И мы получаем 500 золотых монет, получаем лучниц, получаем гоблинов, получаем рыцарей. И вдруг нам повезет, мы получим легендарную карту, хотя хрен там, конечно. Какая легендарная карта, сами знаете все эти шансы. Ну а вдруг еще у нас за две попытки, давай открываем. И три мушкетера, и яд. Упал яд, три штуки, это, кстати говоря, новая карта для данного аккаунта, эпическая карта яд. Ну, с чем можно и поздравить, наверное, моего подписчика, вот, но хотелось бы, знаете, что просто вот легендарки падали, плевать вообще на систему Clash Royale, плевать на рандом, вот просто, знаешь, легендарные карты так падают, я даже не знаю, что это за легендарки, но они падают. Ладно, побалаболили и хватит, давайте теперь пощекотим ваши нервишки, это сильно не бомбите, еще раз вас предупреждаю, что я еще тот рак, я просто сейчас буду не в попад на халяву выкидывать карты и смотреть, что же из этого получится, тем более для меня вообще незнакомая колода, вот вообще, что это такое, что это, ребята, что это мне дали, но у нас тут какая-то Спарки, он написал, давай, поиграй Спарки, сливай мне кубки, ну давай, сольем ему кубки, разочек возьмем и рубанем, посмотрим, что это такая за карта Спарки, вы, наверное, ржете, вы там, ребята, четкие, вы играете в Clash Royale, а я-то что, я ничего, я вообще очень грустный парень, слушай, ну чё, блин, вот когда у меня Хок был, я там с заморозкой его как-то выпускал, я не знаю, сейчас хрен его знает, с чем его пускать, но вот с этими шариками, ну смотрите, кстати, абсолютно никакого толка, вот это вот, наверное, вот это вот типа башня-оборонялка, ну давай посмотрим на эту оборонялку. О, как ее просто выносят ее нафиг вообще просто. А что это такое? Разряд, давай разряд им, короче, дадим. Ба-бау! И что, херовый разряд, лучше бы, я говорю, он заморозку бы, наверное, поставил бы себе в пачку. Но, еще раз, я тараки вообще ни хрена не понимаю, тут, наверное, какая-то свою тактику надо использовать. Я буду просто карты кидать в рандомном порядке. Ладно, что мы делаем, давайте вот этого здоровяка выпустим, я вообще, как бы, по сути... не в зуб ногой, что это за додик донатный. Так. Что мы еще? Что мы еще можем сделать? А что мы еще? Давай вот этих вот огненных духов выпустим. Посмотрим, что из этого получится. Так.
Так, подрывников давайте выпустим. Они вредные ребята. Выпустим еще Валькирию. Посмотрите, как три мушкетера просто всех отымели. Вот просто, вот вообще. Вообще просто по-жестокому. По-жестокому отымели всех. Ну что у нас, Спарки, ну давай. Ну что, и что, и что? У нас сейчас просто в сухую вырубят. У нас 9 уровень, там чувак такой думает. Как так? Как мне такой сказочный нуб попался? Как? И он такой счастливый. Такой, блин, просто взял на халяву, вырубил чувака вообще без каких-либо проблем. Но он-то не знает, что здесь сижу я, такой парень, который вообще ни хрена не вдупливает в данной игре. Но сундучки подкрывать люблю. Ну а на этом все. Вам пожелаю, как всегда, огромнейшей удачи, побольше вам легендарных карт и большое вам спасибо за просмотр. Если вам понравился этот бред, который я записал, не забываем ставить лайки. Всем пока!